Сегодня структура Брестской областной организации «Белтис» такова. В 18 первичках состоит порядка 3000 человек. Но, по словам руководства, это далеко не все инвалиды по зрению, которые нуждаются в помощи. Привлечь в свои ряды тех, кто пока не знает, куда обратиться, было одним из приоритетных направлений работы в 2015-м. Останется таковым и в текущем году. В одном списке с ними реабилитация, обеспечение тифлотехническими устройствами, привлечение денежных средств, а также трудоустройство людей с ограниченными возможностями. Но, как подчеркивает руководитель областной организации Ирина Юрения, такая работа была бы невозможна без поддержки центрального аппарата, местных исполнительных и распорядительных органов власти, а также спонсорской помощи. Если говорить об уходящем, значит, 2015 году, то хочется отметить, что он, как все предыдущие годы, был очень насыщенным на культурно-массовые, спортивные, реабилитационные мероприятия. Конечно, очень много вопросов решалось по решению, содействию в решении государственных программ по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для физически ослабленных лиц, вот, по государственной комплексной программе социального развития. Это были завершающие года, поэтому много работ было сделано. Один из самых волнительных моментов мероприятия – награждение особо отличившихся представителей товарищества. В этом году, и это уже традиционно, областная организация в тройке лидеров в республике. Пассивный вклад в общий результат внесла каждая первичка. Однако на уровне области тоже есть свои лидеры. По итогам 2015 года впервые на первом месте оказалась Березовская организация. Мы долго шли к этому, старались, как бы все, которые у нас недоделки были, подтянуть и, ну, пришли к этому. К этому месту. Также в числе лидеров уже во второй раз в своей истории первичка Ивацевичского района. Ее председатель Иван Коленик признается, что к такому результату шли постепенно, но целенаправленная деятельность принесла свои плоды. И в первую очередь отмечают это сами люди с ограниченными возможностями. Я сам изменился, когда пришел работать в наше общественное объединение. Я стал более общительным, даже стал больше улыбаться, видя, когда как бы плод своей работы, что инвалиды получают не только вот материальное какое-то вот удовольствие, но и они как-то вот становятся, видят жизнь уже по-новому, более как бы идем по жизни с более как бы гордо поднятой головой. Как у нас один инвалид сказал, что инвалиды в Ивацевицком районе хоть с белой тросточкой, но идут бодро по жизни. Анастасия Стропко, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.